Итак, на ваших экранах Майк Перес. Он выходит в ринг первым, так как пояс, который сегодня стоит на кону WBC, региональный пояс, что-то типа интерконтинентального, принадлежит Магомеду Абдусаламову. Третья защита этого пояса Магомедом. Его ведут по версии WBC, где, напоминаю, чемпионом является Виталий Кличко. Более года не выходящий в ринг и пока что не заявивший о своем будущем, о развитии дальнейшем своей карьеры. Пока что он находится в статусе чемпиона мира. Ждем официального заявления от Виталия Кличко. Ну а пока что смотрим на ребят, которые подбираются достаточно близко к его трону. Один из них — это Магомед Абдусаламов. Известный комик на ваших экранах. Такой рейтинговый юморист в Штатах. Кэти Дува решила... прошу прощения, это Сьюзен Сэрандон, известная актриса, похожа она на Кэти Дува, которая является промоутером Кертиса Стивенса, соперника Геннадия Головкина. Притушили свет у нас в зале, все так в ожидании выхода в ринг боксеров. А ну и данные боксеров. 32 года Абдусаламову, 28 Перецу. 1,90 м рост у обоих. Размах рук по этим данным намного больше у Абдусаламова. Вес 105 килограмм у дагестанца. Ну и Перес показал почти 107 килограмм на взвешивании. По другой информации, на 7 сантиметров ниже кубинец. 1,83 м у него. Но на пресс-конференции действительно они стали рядом, посмотрели друг другу в глаза, и рост у них был одинаковый. Так что, скорее всего, где-то там 1,90 м и есть у кубинца. Начинает свой выход в ринг Майк Перес. По прозвищу The Rebel. Перевести это можно как мятежник, в общем-то, повстанец, бунтарь, как угодно. Сбежал он с Кубы, по-другому нельзя стать профессиональным боксером, нужно сбежать буквально. Ну и такую достаточно странную страну он выбрал для себя. Туда кубинцы не так часто бегут. Убежал он в Ирландию. На любительском ринге достаточно много боев провел. Но каких-то громких у него достижений нету. Большой перерыв был у Майка Переса
после победы над Фрайденом Ахунаней в декабре 2011 года. Долго он ждал следующего боя, там разошелся с предыдущим промоутером и подписался с К2. Так что он тоже боец К2 Promotions, провел бой против Трэвиса Уолкера, одного из лучших супертяжей, которого можно, в принципе, назвать гейткипером. Прошел его в достаточно тяжелом поединке для себя, в невысоком темпе, но выиграл. Ну а вот и выход в ринг Магомеда Абдусаламова. Прозвище у него просто Мага. Вырос Мага в мусульманской семье. У него 5 старших сестер, младший брат. Сам он тоже такой плодотворный отец. 3 дочки у него. Интересные, красивые имена такие. Шахризат, Сайгибат и Патимат зовут дочерей. Ну а супругу зовут Баканай. Майкл Баффер, лучший ринг-анонсер в мире. K2 Promotions is proud to present an evening of world-class professional prize fighting for your entertainment, broadcast live on HBO World Championship Boxing. All bouts sanctioned by the New York State Athletic Commission. This first contest, courtesy of K2 Promotions. Да, чемпионский бой. Снова возвращаясь к ставкам, многие посчитали, что тут 50 на 50. И это, конечно же, очень-очень интригует. And Don Trello, судьи на ваших экранах. In charge of the action at the bell, referee Benji Estevez. And now Benji on the line, the USNBC heavyweight title. 10 rounds of boxing in the heavyweight division. Несмотря на то, что бой титульный, поединок 10-раундовый, когда на кону стоят такие пояса стоят, то бои иногда и 10-раундовые. Так, кто-то должен сойти с этой дороги, говорит Майкл Баффер. Представляет нам первым Майка Переса. Perfect record, действительно превосходный у него послужной список. 19 побед, 12 побед досрочных, ни одного поражения. He is the challenger, the undefeated Mike, the Rebel Perez. Fighting out of the blue corner, wearing black with red, officially weighing 231, 1/2 pounds. Also, Мага, справа его отец, 32 года. Ему сам он из Махачкалы. 18 knockouts from Махачкала, Kazakhstan. The defending champion, the undefeated Mago. Магомед Абдусаламов. Да, ну вообще Махачкала — это не Казахстан, это Дагестан. Немножко попутали тут американцы, но ничего. Да, он, конечно, более предпочтительно выглядит послужной список Абдусаламова, хотя бы по коэффициенту досрочных побед. 100% у него нокаутов, ни один бой еще не прошел с его участием полную дистанцию. Где-то это плюс, где-то минус, потому что максимум в ринге задерживался только в 5 раундов Абдусаламов, поэтому большие вопросы, что будет, если поединок затянется. А дополнительная интрига в этом поединке в том, что оба боксера левши. Как они справятся с этим, мы посмотрим. Оба говорили, особенно Абдусаламов, перед поединком говорили о том, что настало время зрелищных супертяжей.
Наехал там он на Кличко с Поветкиным. Сказал, что был неинтересный бой, а мы с Пересом покажем, как нужно боксировать. Ну, надеемся, что так оно и будет. Ну, вот сразу пошли боксеры друг на друга. Тяжелый удар наносит кубинец. Ну, кто-то говорил о том, что у Абдусаламова удар более мощный. Опираясь, наверное, все-таки на послужной список. Неплохой удар сейчас проводит слева Абдусаламов. Но тут же отвечает кубинец, что уже бросается в глаза. Что... Перес очень неплохо держит. Некоторые букмекерские конторы принимали ставки из расчета 1,9 на обоих. То есть не было фаворита. Это очень редко в профессиональных боях. В России все-таки фаворитом считали Абдусаламова. На него брали 1,8 на Переса 2. Такой был коэффициент. Ну, там просто в России, наверное, больше ставили на Абдусаламова, может быть, даже из каких-то патриотических соображений, что мало кто знал, кто такой Перес. Ух! И снова пропускает дагестанец. Да, очень неожиданно плотные, очень акцентированные, такие тяжелые удары у кубинца. Да, как бы этот бой не закончился, но уже можно говорить о том, что зрелище нас ждет интересное. Чувствуете тоннаж по сравнению с предыдущим боем? Тут и звук другой даже от ударов. Абдусаламов бывал уже на канвасе. Можно вспомнить его падение на первой минуте первого раунда поединки против Джамиля Маклайна, когда все с придыханием просто отреагировали на падение Абдусаламова. Но он встал, собрался и задосрочил уже во втором раунде Маклайна. Показательный был бой. Показал, что Абдусаламова все-таки такое львиное сердце. Он не сдается, умеет перестраиваться. Но вот нахмуренный тренеру дагестанца. Джон Дэвид Джексон, тренер Абдусаламова. Бывший боксер. Даже бывший чемпион мира. Самый, что называется, crossroad fight. Бой, когда оба боксера стоят на перекрестке, и дальше пройти может только один. Такие бои, конечно, всегда вызывают особый интерес. Ну, как мы знаем, зачастую боксеры ведут аккуратно, подставляя не самую высокую оппозицию.
Но в команде Абдусаламова уже давно говорили, что мы готовы, готовы к поединкам с сильными соперниками. Была речь о том, что Абдусаламов будет принимать участие в анонсированном турнире WBC, который хотели провести чиновники этой организации. Причем в разных весовых категориях они хотели провести мини-турнир, чтобы выявить официального претендента на титул. Но что-то там не сложилось. Все откладывалось у них. Ну, а потом вовсе разговоры об этом прекратились. Очень неплохо сейчас Абдусаламов разнообразно начал атаковать. Видим в его атаках апперкоты. Более уверенно начал себя вести. Даже там такое впечатление, специально принимает на себя удары и показывает, мол, все нормально, я выдерживаю. Но это он зря. Это, конечно, все зрелищно и красочно, но... Кубинец уже в первом раунде показал, что с ударом у него все в порядке, и ноги несколько раз подогнулись у Абдусаламова. Он не супермен, он бывал на канвасе, так что нужно быть ему аккуратнее. Но в любом случае, второй раунд гораздо лучше сейчас проводит Абдусаламов. Заканчивается второй раунд. Не так активен в нем был кубинец. Ну, не наше дело, конечно, выставлять судейские записки. Но, в принципе, можно сказать, что первый раунд выиграл кубинец, второй Абдусаламов. Так что у нас впереди еще много чего нужно выяснить и много чего интересного. Póngase cerca de él para que no pueda usar las manos. Quítale la fuerza. Ahí le va a quitar la fuerza que tiene. Si hace, levanta. Оп, видим в этом моменте, тут не совсем даже у перчатки пришелся удар, больше предплечьем, но все равно пошатнуло. Джексон говорит о том, что работай головой. Не в плане думая, а в плане того, чтобы маневрируй, заставляя промахиваться. Да, этого не хватает. Абдусаламову. Удар ниже пояса, бандаж на месте. Но рефери все равно делает замечание. Правильно. Не может дотянуться сейчас с правым боковым Абдусаламов. Тут лучше джебом сдерживает на дистанции соперника Перес. Но вот остался у канатов и достал. Боксер из Махачкалы. Пробивает по корпусу, аж подпрыгнул сейчас Абдусаламов. Да, ну свое обещание сдерживают в любом случае боксеры. Что-что, а бой зрелищный, согласитесь. Какие интересные размены на ближней и средней дистанции. А
Одно из грозных оружий Абдусаламова, это, конечно, удар снизу и левый боковой. Пошел вперед кубинец, неожиданно хочет, в общем-то, взять реванш, но пропускал он в предыдущих моментах. Но как-то подошел без ударов. И тут почему-то активнее защищаясь Абдусаламов. Разворачивает дагестанец, жесткий размен, оба пропускают. Да, если у нас тут не будет досрочной победы кого-либо из боксеров, то бой обещает быть снова ровным. Как и предыдущее противостояние. Афалаби против Лукашияника. Здесь у нас все ровненько пока что. Владимир Кличко и Хайден Пальнатьери, невеста нашего чемпиона, на ваших экранах. Конечно же, Владимир Кличко ждет поединка с участием Геннадия Головкина, но мы видим и на андеркард тоже время нашел. Все дело в том, что, в принципе, это потенциальные соперники Владимира сейчас в ринге. Еще не объявлен следующий оппонент украинского чемпиона. Напоминаем, что бой проходит в Madison Square Garden, но не на главной арене, а в театре, который вмещает 5500 зрителей. А мы ждем главного поединка. Геннадий Головкин против Кертиса Стивенса. Ну а пока что не менее интересное противостояние двух проспектов в супертяжелом весе. Да, всегда, конечно, интересно знать, кто же там на подступах к чемпионам. А чемпионами у нас являются братья Кличко. Напомню, что Абдусаламова ведут по версии WBC. Там он занимает наивысшие позиции, четвертый. Официальным претендентом является Бермен Стиверн, канадский супертяж, которого промоутирует Дон Кинг. И Стиверна, кстати, объявил, что он едет на конгресс, который совсем скоро пройдет в Бангкоке. Конгресс WBC, где будет, в общем-то, выяснять и напоминать, что он официальный претендент, а ему не дает боксировать за звание чемпиона мира. Виталий Кличко пока что не определился с продолжением своей карьеры. Из-за травмы там вот, позволили немножко потянуть время. Хорошие размены. Посмотрите, как превосходно сейчас попадает Майкл Перес. Пытается перехватить Абдусаламов. Да, силы равные, согласитесь. С переменным успехом у нас, что называется, качели в ринге. Инициатива переходит от одного боксера к другому. Предпочтение отдать кому-либо сложно. Но вот видим проблемы, плохие новости для тех, кто болеет за Абдусаламова. У него там уже серьезный отек под левым глазом. А боксировать еще много,
Как бы это ни сказалось. Хороший раунд в случае и Абдусаламова, и Переса. Кому отдать предпочтение, выбирайте сами. А что там решили судьи, мы не знаем. Тебе нужно быть умней. Два раза боковой, который ты бьешь последний. Так, повторы. Правый боковой прилетает в голову кубинца. Тот демонстрирует свою стойкость. Превосходный апперкот. Слева поймал тут Абдусаламов. Можно говорить, что это самый сложный бой в карьере дагестанца. Пропускает он сейчас на скачке справа. Перес вовремя пробил. Если раньше в американском крыле K2 Promotions было немного боксеров, мы знаем украинскую K2 Promotions, то мы видим, что и тут ребят набрали очень даже перспективных братья Кличко. Майкл Перес имеет все шансы на победу в этом противостоянии. Победив такого бойца, как Абдусаламов, конечно, Перес войдет в топ рейтинги по всем версиям. Ну, не по всем, конечно, а по WBC, скорее всего. Пока что Переса не видно даже в пятнашке по ведущим версиям. Сам Перес еще не встречался с такими, как Абдусаламов. Ну, то же самое можно сказать и про дагестанца. Самый сложный и ответственный бой в карьере обоих. Напоминаю, что оба не знают поражений. Оба на любительском ринге имеют опыт. Саламов был чемпионом России в тяжелом весе в 2005-2006. Отбирался на Олимпийские игры, но на квалификационном турнире проиграл Дэвиду Прайсу. Прайса многие, наверное, должны знать. Британский супертяж, двухметровый проспект. Ух, сейчас пропускает Абдусаламов навстречу. Так вот, Дэвид Прайс не пустил на Олимпиаду Абдусаламова. И в 2008 Магомед решил стать профи. Геннадий Головкин разминается. Он уже готов выходить в ринг. Ковалев, Сергей Ковалев, российский чемпион, который совсем недавно стал таковым, поехал в Британию и нокаутировал Нейтана Клеверли, будучи андердогом. Многие считали фаворитом британца, а Ковалев приехал и забрал пояс у брита. Напомню, что Ковалев проведет защиту пояса в поединке против украинца Исмаила Силаха. Бой этот будет в конце ноября.
Ковалев вообще в Лос-Анджелесе базируется, но приехал поддержать Геннадия, в хороших отношениях, подружит. В который раз уже пытается поймать на правый боковой мага соперника, но вот с расчетом дистанции не все хорошо. Да, левая сторона у Абдусаламова опухает. Все больше и больше, теперь его сложнее узнать. А руку левую при этом держит низко, опускает. Финтит сейчас кубинец. Кто-то емко из специалистов сказал перед этим боем, что у Абдусаламова есть удар, а у Майка Переса все остальное. Но, как показывает бой, у Майка Переса тоже есть удар. Не так посмотреть, я бы даже не сказал, что у него удар слабее, нежели у дагестанца. Вторым номером работает кубинец на отходах. Нормально себя чувствует. Он в такой позиции. Не вкладывается сейчас в удары особо Магомед. Это разумно. Боксировать еще долго. Бой не 12-раундовый, но впереди еще 3 раунда. Даже 4. 4 раунда. Шестой у нас заканчивается. Заканчивается шестой. Кто будет вырывать концовку? Правый боковой. Но концовка за Пересом, который уже который раз показывает язык сопернику, пытаясь вывести из себя мага. Но он очень спокоен в этом отношении. Так его точно не вывести. Мага уже говорит о том, что его беспокоит. Гематома. Не ищи нокаут. Тебе нужно пока что просто перебоксировать соперника. Мне нужен джеб. Смотрим, как потянулся за правой рукой Абдусаламов. Кубинец поймал навстречу правым боковым его. Ну, еще раз скажу, что Майк Перес неизвестный боксер. Сейчас очень неплохо. Абдусаламов зажал у канатов кубинца, который нашел чем ответить достойно. Левый прямой точно в голову Маго. Да, но у нас каждый раунд конкурентный. Конечно, нужно еще раз поблагодарить организаторов этого вечера. Редко увидишь столько боев, андеркардов, где равные силы и равные бои. Это всегда интересно. Согласитесь, ну, кому интересно смотреть 12-раундовый бой, где уже заведомо известен результат. А тут ничего не понятно. Так вот, наибольшую популярность Майкл Перес.
заслужил в 2011 году. Выиграл он престижный турнир Prize Fighter. Три боя он там провел, там формат 3 раунда по 3 минуты. И в финале Перес выиграл у Тая Филдса. Prize Fighter, если кто не знает, турнир, который проходит в один день. В один день боксеры проводят трехраундовые бои. Ну, сейчас у Абдусаламова неплохой момент. Несколько раз он попал по Пересу, который продолжает показывать свой язык. Непонятно зачем, непонятно кому. Ой, Абдусаламова, обратите внимание, что происходит с лицом. Все больше и больше под левым глазом у него растет опухоль. Растет эта гематома. Говорит рефери о том, что появилось рассечение. В результате удара справа. Это был удар. Это не было столкновение головами. Как и в предыдущем противостоянии, у нас рассечение получает белокожий спортсмен. То, что поделаешь, тут так природа распределилась, что у темнокожих боксеров кожа прочнее, как правило. Ну, кстати, в следующем бою, который нас ждет, Геннадий Головкин против Кертиса Стивенса, там интересный случай. Геннадий Головкин тоже обладает очень крепкой кожей, пропускал сильные удары, и он не предрасположен к рассечениям и к сечкам. Удивительный момент, но об этом мы еще поговорим. Напоминаю, что впереди у нас бой за звание чемпиона мира по версии WBC, по версии WBA в среднем весе. Просил Джексон, Джон Дэвид Джексон, быть более умным в ринге Абдусаламова. Ну, действительно, нельзя быть тут прямолинейным, нельзя делать одно и то же. Кубинская школа бокса, и так мы знаем, является одной из лучших. Хорошие разносторонние боксеры. Мы видим, как работает корпусом, финтит Майк Перес. Ислам уже показал, что у него, в общем-то, арсенал не хуже, нежели у кубинца. Многое он умеет. Сейчас посмотрите, зашел сам в угол Маго. Этого нельзя делать. Что-что, отдавать инициативу сопернику, это не на руку Абдусаламову. Чище, конечно, кубинца, посмотрите, бицепсы, настоящая рама, очень мощно выглядит.
себя на Кубе Майкл Перес был на вторых ролях. Как правило, проигрывал там своим соотечественникам, Юану Пабло Эрнандесу, который сейчас чемпион в крузерах у нас. И снова Владимир Кличко. Ну, видим. Снова не успевает реагировать на удары и застает врасплох Абдусаламова кубинец. Джон Дэвид Джексон, кстати, который тренирует и Сергея Ковалева, присутствующего тут в рингсайде. Пауза у нас. Что случилось? О, ну что делает рефери? Снимает балл с кубинца за удар ниже пояса. Ну, действительно, до этого уже пробивал ниже пояса кубинец. Но это снятое очко, конечно, на руку Абдусаламову, потому что пока что тут нельзя говорить о его преимуществе. Наоборот, как раз вот чем ближе к концу, кубинец выглядит предпочтительнее. Он получше распределил силы. Ну и то, о чем мы говорили на самом начале боя. Это самый длинный бой Магомеда Абдусаламова в его карьере. Он еще не боксировал. Первый раз у него 9-й раунд. Напомню, что максимум в ринге он задерживался 5 раундов. Поэтому, конечно, это настоящий тест для Маго. Проходит он его с трудом, ничего еще не ясно. В принципе, показывает себя очень даже неплохо. Но о победе пока что рано говорить. Появляются интересные ребята в супертяжелом весе. Это, к слову, о том, кто говорит, что супертяжелый вес сейчас не такой интересный, как раньше. Появляются ребята, однозначно. В Америке большая черная надежда, это, конечно, Деонтей Уайлдер. Боксер, который 30 боев провел и во всех одержал достойную победу. Мы видели последний бой на экспорте. Проходит сейчас удар от Абдусаламова навстречу слева. Но Перес лишь на долю секунды остановился и сразу продолжил свою атаку. Снова-таки кубинца очень все хорошо со стойкостью и с выносливостью. У британцев последний олимпийский чемпион, супертяж, начал свою профессиональную карьеру. Рекомендую обратить внимание на этого парня. Да, сейчас, конечно, многим, наверное, больно смотреть на дагестанца. Вот за этот удар ниже пояса, ну да, чуть-чуть ниже пояса, не специально однозначно это сделал кубинец.
Видели, как чертыхнулся, понял, что снимут с него бал. Да, не хотелось бы, чтобы, конечно, вот это снятое очко стало ключевым в выявлении победителя. Последний раунд напомнил нам Майкл Баффер. Напомню, на кону стоит региональный пояс по версии WBC. US NBC. Ну, в общем, таких поясов очень много, и даже сложно разобраться, чем они отличаются. Там всякие интерконтинентальные, international и так далее. Но главное одно, что обладая таким поясом, ты, как правило, оказываешься на высоких позициях в рейтингах по этой версии этой организации. Что, собственно, произошло с Абдусаламовым? Напоминаем, он 4-й по версии WBC. В команде Абдусаламова говорили о том, что мы готовы боксировать с Берменом Стиверном, официальным претендентом на бой с Виталием Кличко. Но так как, я напоминаю, Виталий Кличко пока что взял паузу из-за травмы и не говорит о своих планах на будущее. Дабы не поставил Бермен Стиверн, Абдусаламов хотел с ним боксировать. Ну, естественно, зачем это канадцу, который уже на первой строчке, уже гарантировал себе бой за звание чемпиона мира, зачем ему рисковать и проводить какие-то лишние бои, да еще и с такой сильной оппозицией. Минута осталась, подсказывает Абдусаламу. Оу, пропускает он жесткий стоппинг от кубинца. И тут нужно набирать обороты сейчас Майку Пересу. Где же инстинкт киллера? Он ему не помешает сейчас. Досрочная победа была бы на руку кубинцу, чтобы не было ни у кого никаких вопросов. Переса там тоже серьезная травма под правым глазом, гематома. Но пропускал он, будь здоров. Да, похоже, не осталось особо сил у Майкла Переса, чтобы развить свою атаку и, называется, добить соперника. Рефери тут даже немножко помогает, на мой взгляд, дагестанцу. Последние секунды. Кто будет вырывать концовку? Оба не решаются на атаку, но решился все-таки Абдусаламов. Попал, хорошая двойка от него. Достаточно ли это будет для победы? Большой вопрос. Ждем официального решения судей. Очень довольны в команде Майка Переса. Да, настоящий такой кубинский перец. Очень неплохой боксер, которого мы для себя открыли. Ну и снова, как и в предыдущем противостоянии, у нас тут сразу три варианта, может быть, решения судей. Победу могут отдать и туда, и третий вариант, конечно же, ничья. Тоже нельзя исключать. Было преимущество все-таки у кубинца, но небольшое, и сняли с него бал, так что все может быть. Да, конечно, Абдусаламову тут придется длительная реабилитация. Травмы серьезные он получил. Слышали, как говорил, что ему очень больно. Может быть, даже там перелом лицевых костей. Мы слышим, что 10 раундов никаких проблем для Майкла Переса. Он говорит, что хорошо себя чувствует.
It's not that we were hooking up because Ну, это уже, кстати, третий бой в подряд, 10-раундовый для Майка Переса. Он проходит третий раз подряд полную дистанцию. Напоминаю, что оба не знают поражений на профессиональном ринге. Кто-то, скорее всего, получит первое. Смотрим на повторы. Вот этот удар ниже пояса, после которого сняли бал. Не зря нам напоминают именно этот момент. Намекая, как бы, что это может повлиять на результат боя. Gentlemen, after 10 heavyweight rounds, we go to the scorecards. 97-92 from Julie Letterman. 97-92. 95-94. 95-94. Don Trella, 97-92. 97-92. All to the winner by unanimous decision. Still undefeated. And the new champion, Mike the Rebel Perez. Да, ну справедливое решение, согласитесь. Майкл Перес был очень неплох. И у двух судей с достаточно большим отрывом одержал победу. Третий судья посчитал, что бой был более равным. Но Абдусаламов получил серьезный опыт. И первое поражение. Есть над чем подумать, есть над чем поработать Магомеду Абдусаламову. Но в любом случае он показал, что он боксер с большим сердцем, с хорошим потенциалом. И не зря у нас, конечно, букмекеры, которые редко ошибаются, посчитали, что тут равные шансы. Так оно и случилось. Бой был ровным. Поздравляем Майка Переса. Это юбилейная 20-я победа для него.